Якутской региональной общественной организации «Особый ребенок» исполнилось 10 лет. В течение этого времени произошли значительные изменения. В гражданском обществе появилось сознание принять ребенка с диагнозом аутизма. В это движение родителей и энтузиастов подключились логопеды, дефектологи, волонтеры, юристы и другие специалисты. А главное, помощь можно получить здесь, на месте. Не в Москве и Санкт-Петербурге, а на территории республики или в Якутске, Нерюнгре, Нюрбе и даже Верхоянске. В республике регулярно проводятся различные занятия, выездные консультации, семинары и курсы для родителей. Ну а сегодня, в день празднования юбилея, благодарственные письма получили все те, с кем все 10 лет общественная организация сотрудничает неразрывно. Не то чтобы говорить об аутизме, да, они даже боялись вот познакомиться друг с другом. Потому что вот такая была боль внутри, вот так зажался, да, что было вот невозможно эту боль даже отпустить, да. И, естественно, не говорить об аутизме, не что-то делать с ним вообще было невозможно. Расскажите, где вы были, у каких врачей вы были, что вам сказали, у каких педагогов вы были, как вам посоветовали. Это было очень трудно.